Футболисты, о которых пойдет речь в следующем сюжете, пусть и не борются за Кубок Конфедерации, но приз у них тоже не менее значимый – Кубок губернатора Краснодарского края. На Кубани стартовал крупнейший футбольный турнир для детей. Главный трофей, который достанется победителю – Кубок губернатора. Соревнования проходят среди дворовых команд во всех муниципальных образованиях края. В нашем районе в нем примут участие все юные футболисты. Турнир будет проходить в 4 этапа в 3 возрастных категориях. Он позволяет выявить талантливых ребят, да и в целом занять их полезным и интересным делом в летний период. На базе детско-юношеской школы «Виктория» уже прошли первые соревнования. Это первый этап, затем, кто выиграет первые 3 места, участвует, идет уже районный этап. Здесь детки также выявляют первые 3 места, и потом делается районная команда, которая выставляется уже на финальную часть соревнований. Отборочные игры первого этапа завершатся 30 июня. Второй этап стартует 5 июля. По его итогам и определятся команды победителей в каждой возрастной категории, которые представят наш район на краевых соревнованиях. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».